Очередной скачок курса доллара был зафиксирован на казахстанской фондовой бирже на утренних торгах. Американская валюта установила новый рекорд – 273,55 тенге за 1 доллар. Такого поведения иностранной валюты не припомнят даже финансисты. Эксперты сильно не удивлены и полагают, что национальная валюта опустится еще ниже. Что ни день, то историческое событие, казалось бы, рекордная цена в 264 тенге за доллар, которая была установлена в прошлую пятницу, нецелесообразно высока. Увы, но утренние торги на бирже, превысившие отметку в 273,5 тенге, доказали обратное. При этом объем продаж составил довольно скромный 28 миллионов долларов, а максимально за доллар на сессии предлагали 282 тенге. Интернет-пользователи заговорили о возможной спекуляции. Если казахстанские трейдеры не рискнули дать оценку сегодняшнему курсу, российский аналитик, проанализировав утренние торги, не исключает грязную игру. Это вот как раз тот момент, когда непосредственно крупные инвесторы пользуются ситуацией на валютном рынке, низким спросом, да, низкой ликвидностью, вот, и пытаются спекулятивно разогнать курс, чтобы заработать, да, осуществить какие-то свои личные цели. Осуществить свои личные цели спешили и простые казахстанцы. С утра люди кинулись покупать доллары, однако и владельцы пунктов обмена валют тоже не сплоховали. Покупка есть, продажи нет. Так выглядит большинство стендов обменных пунктов республики. И даже если цена на продажу установлена, купить валюту практически невозможно. Не надо быть финансовым аналитиком, чтобы понять, владельцы обменных киосков ждут очередного падения тенге и не намерены упускать свою выгоду. Правда, поговорить с валютными предпринимателями не удалось, не идут на контакт. Зато простые казахстанцы как никогда подкованы в вопросах котировок, объемов продаж. За курсом тенге следят практически все. Прогнозом аналитиков там, по-моему, до 320-300 тенге будет доллар расти. Потрясение, я без работы, мне действительно тяжело, вот, понимаешь ли. Предположение, что повышения будут, но незначительные. И в дальнейшем, мне кажется, он упадет. Доллар. Однако пока доллар не упал. Курсовая разница между утренними и вечерними торгами составила 5 тенге. То есть на данный момент среднеизвешенный курс 278 тенге 54 тиин. Строить прогнозы даже на завтра не берется пока ни один аналитик. Но валютные трейдеры, опираясь на цены на нефть и собственные источники информации, стабильности тенге пока не пророчат. Хотя очень часто торги на валютном рынке напоминают азартные игры. Все зависит от ставок. Илья Рыбин, Марат Тимуров, Информбюро, 31 канал.